Всем большой привет! Меня зовут Юлия, я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Сегодня пойдем с вами в магазин Леруа Мерлен, посмотрим новинки и ассортимент. Город Курск, улица Энгельса. Я желаю вам приятного просмотра. Спасибо большое за лайк. Сразу на входе увидела набор посуды. Хит называется, 8 предметов, 318 рублей. Смотрите, какие наборы, очень яркие все. И что входит сюда? Большая вот эта миска. Далее поменьше. А, этот дуршлаг вот этим, вот этот цветом бирюзовым. И еще такой маленький какой-то с носиком, очень удобный. И вижу, что есть мерная шкала на нем. Это я говорю вот про этот салатовый. Но это уже ложечки. Тоже здесь мерные есть на них деление. Ну, в общем-то, недорого, действительно. Если кому нужно, для дома прям самое то, мне кажется. Еще мое внимание привлекла вот такая разделочная доска, черный мрамор. Это новинка, раньше не видела такую здесь. Размер у нее 27,5 на 36,3 сантиметра. Материал полипропилен, область применения для кухни, гарантия даже есть 1 год и срок службы 3 года. Сделана в ТНР. Достаточно большая, есть петелька. Здесь они вот так вот висят. И стоит она 497 рублей. Ну, заявлен срок годности очень большой. Думаю, что она не должна поцарапаться, несмотря на то, что это пластик. Достаточно она толстая, посмотрите. Также хочу вам еще показать набор из разделочных досок на подставке. Вот таким вот образом все это выглядит. Я брала такой набор себе, здесь покупала его. 770 рублей он стоит, 4 доски. И здесь как бы нарисовано, какая для чего. Для хлебобулочных изделий, для мяса, рыбных продуктов. Но я могу сказать, что в принципе они неплохие. Но, конечно, где-то за несколько месяцев они у меня стали не очень выглядеть, потому что все равно это не дерево, пластик. Все следы от ножей видны и... Я их, в общем-то, решила утилизировать. Но несколько месяцев они меня радовали. Очень удобно было. Здесь, кстати, вся водичка сливается внизу. И красиво стояло это все. Но больше такой не куплю точно. И вот эта новинка. Ну, что-то подобного плана тоже. Тоже 4 доски. Такой набор стоит, думаю, что также 770 рублей. Они уже не нарисованы, то есть можно самим придумать, какая будет для чего. Миски с крышками. Крышки очень плотно прилегают. 338 рублей. Цвет зеленый и крышки прозрачные. 6 штук в наборе. И рядом стоит тоже набор контейнеров. Называется он «Радуга». Крышки разноцветные. 231 рубль за 5 штук. Тоже разные, как видите, они по диаметру. Все для пикника появилось. Набор вот такой вот интересный на 6 персон. 573 в голубом цвете. Здесь и тарелки, и салатники разные по диаметру. Ну вот здесь вот поподробнее нарисовано, сколько штук чего. Цвет только такой. Емкость для переноски. Когда-то подобная была в фикс-прайсе. Здесь стоит 244 рубля. Это пластик, только в сером цвете. Размер 244 на 184 на 385. Ручка очень удобная. Можно как продукты перемещать, так какие-то средства для уборки. Мы с вами видели недавно подушки, но они были другие, были единорожки, 460 рублей, 40 на 40 сантиметров. Посмотрите, какая милота появилась. Они очень приятные, бархатистые такие, по текстуре на ощупь. Есть слоник милый, жираф и вот такая совушка яркая очень. Они, ну, можно использовать, конечно, как для наволочки, можно так уже, потому что они очень приятные. Ну, а кому мало моря, посмотрите, какая превосходная просто коллекция есть для ванной комнаты. Диспенсер для жидкого мыла, 393 рубля. Есть вот такой вот прозрачный фон, есть синий. Очень красивые ракушки, реалистичные. И вот такая вот рыбка даже плавает.
из этой серии можно приобретать все, то есть можно купить себе полностью, сформировать комплект. Вот такие мыльницы, тоже морская звезда, разные ракушки. Стоит мыльница 291 рубль. Кстати, у меня была вот такая серия, очень долго прослужила. Верой и правдой, честно, ничего не протекло, потому что, как видите, там жидкость внутри. 260 рублей стоит вот в синем цвете, яркие неоновые рыбешки. Явно здесь задают нотку какого-то настроения. Ну и также, конечно, стаканы. 297 рублей. Синие и прозрачные. И стаканы для зубных щеток. 316 рублей. Вот они все. И даже недавно совсем появились вот такие вот ёршики для туалета. Тоже много так ракушек. 572 рубля. Даже, смотрите, ручка как задекорирована. Мне очень эта серия нравится. Давайте посмотрим поближе. Смотрите, сколько там только ракушек. Какая прелесть. Можно прям дома себе задавать настроение моря. Сколько же здесь красоты для ванной комнаты. Просто зайти и не выйти. Конечно, абсолютно верно, что цены разные. Но я вас уверяю, что по карману будет здесь каждому. Потому что более бюджетные товары также есть. Посмотрите, какие замаринованные цветочки в мыльнице. 554 рубля. Вау, какая классная. Здесь у нас лепестки. Тоже мыльница. 426 рублей. И из этой же серии есть для жидкого мыла стаканы. Ну, то есть понятно, да, что они прямо стоят вот серией. Для любителей блесток также не пройти мимо, есть стаканы и диспенсеры, и посмотрите, какие красивые просто. Мне кажется, она превосходная мыльница, это мыльница 672 рубля. Не дешевая, но они послужат. Может быть, кто-то покупал здесь подобные товары, напишите, пожалуйста, будет интересно почитать. Смотрите, какой жемчуг. 451 рубль. Дозатор для жидкого мыла. 668 рублей. В общем, красоты неописуемой здесь, конечно, все. Когда я вам говорила про бюджетную серию, я имела в виду вот этот стенд. Он не менее красивый. Посмотрите, насколько все изысканно. И цены, мне кажется, что позволительны для каждого. Мыльница 65 рублей. Тоже что-то в ней интересное есть. В разных оттенках. Овальные они есть по 88. Белые, черные, синие, красные вот идут. То же самое можно собрать целой коллекцией. Какие яркие контейнеры для мусора. По 147 рублей на 13,5 литров. Кажется сначала, что можно с легкостью это все, как силикон, знаете, согнуть. Но нет, это пластик, он достаточно жесткий. Девочки, я еще наткнулась здесь, посмотрите, организация хранения. Какая может быть яркая и в то же время бюджетная. Абсолютно разные по своему объему лотки. От самых маленьких до огромных ящиков. Вот такой обычный самый лоток, стоит 90 рублей, 2,4 литра он. В разных цветах они есть. Очень симпатичная серия по 546 рублей. Система хранения с одним ящиком. Отлично все выдвигается, обратно задвигается. Вот размер вам покажу поближе. И цвета здесь розовый и фиолетовый. А вот там вот еще, смотрите, есть зеленый и прозрачный. Есть ящики с крышками, разные тоже по цвету. Кстати, вот такая серия сейчас в фикс-прайсе тоже была. Посмотрим вот таким вот образом. Для мелочевки органайзеры. Самый простой, 58 рублей. Разделен он на 4 кармана. Для каких-то наших женских штучек, бусинок, возможно, даже бижутерии очень пойдет. Яркие есть оттенки. Кстати, я вам такие показывала органайзеры в ленте.
И в Леруа здесь тоже есть они по 198 рублей. В Ленте, по-моему, были подороже. Съемные перегородки. И тоже для наших каких-то женских штучек. Смотрите, цветовая палитра какая. И поближе вам покажу размер. Органайзер настольный. 195 на 160 на 146. У него размер. 180 рублей стоит. Цвет не только белый, но и вот такой вот еще кофейный. Очень мне понравилась вот эта вот плетеная серия. Посмотрите, ящики разные. Есть с крышками, есть без них. 788 рублей. Это корзина. Какая она классная. Размер 31 на 23 на 15. Материал бумага и металл. Представляете? Производитель вам не показала. Это, конечно, Китай. Сделан очень классный этот ящик. Удобные ручки. Сам он жесткий. Каркас достаточно плотный. То есть выдержит, не указано сколько, но я думаю, что выдержит нормально так. И, конечно, есть еще в светлых тонах, оттенках. Есть с крышкой. Такой большой стоит 1141 рубль, 45 на 33 на 21 сантиметр. Они есть меньше, есть больше. Красоты невозможной. Есть вот такие вот сумочки-корзины. 1300, например, такая. Есть вот такие вот маленькие органайзеры по 528. Тоже вот материал такой приятный, но указано, что это бумага. Кажется, что для столовых приборов, правда? Но это органайзер, а там кто как уже приноровится его использовать, ведь вариантов просто масса. Здесь у нас плетеные корзины круглые, стиль такой прованс. 584, 788, точно такой, знаете, орнамент, как лапти раньше плели, 140 на 140 на 120, к примеру, вот такая. Тоже, если поставить, задекорировать какой-то стол свой, я думаю, что равных не будет ему. Очень красивая принадлежность. И еще есть вот такие вот, давайте посмотрим самую маленькую сначала. Бантик развязался, 392 рубля. И хочу посмотреть, что у нас по материалу. Завязала бантик. Смотрите, какая красота сразу. И материал ива и ткань. Сделано, конечно, в Китае. И они тоже абсолютно разные по своему объему. Друзья мои, на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Вам большое спасибо за внимание, за лайк и подписку на канал. Пишите, что будем смотреть в следующий раз. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.